Так, ты как потащила? Да, гляди, дай я посмотрим. Дай... О, какой большой, да. Дай положим сюда. Давай, смотри. Мы сейчас купили конструктор, он стоит 1150 рублей. 400 деталей. Называется комби-блок. Производитель Кассон. Какой-то российский производитель. Вот моя рука, вот они, кубики. Ребенок уже готов включиться в игру. Собирать домик, конструктор, поезд. Что там еще есть? И тип какой-то небольшой самолетик. А, даже вертолетик, наверное. Больше на вертолет похож. Так, мы открыли. Ну вот, смотри, как здесь все. Да. Да. Это дерево, видишь, какое? Давай все доставай. Это у нас окно. Давай, достаем. Ничего себе. Давай, высыпай все, давай. Ничего себе, сколько здесь деталей? 400 штук. Ну, пакетик нам уже не нужен. Ничего себе. Да тут дел на детский сад целый. На целый муравейник. Ну, 1150 рублей. Цена достойная, недорого, кстати. Мне понравилось. Да, единственное, что инструкция только одна. Ее нет. Давайте покажу, как это надо делать. Все вот так вот. Раз, все. Ну так, покажи, дай какую-то инструкцию. Давай собирай домик. Давай, платформа должна быть зеленая. Платформа? А как платформу-то сделаешь? Ну, потом сверху на нее закладывать. Теперь так никаких не хватит конструкторов. Хватит, вон, смотри. У нее сверху, вот видишь, в один, я как понял, в одну штучку надо... Да, давай домик хотя бы сделаем. Да, да, посмотрим. Вот посмотри, какой нужен домик сделать нам. Давай делать. Не покатит, Вероника. Две-то мы прикрепим, а эти-то две как будут крепиться. Да. Слушай, это головоломка. Да. Раник, это головоломка. Придется, наверное, вот так, мне кажется. Так шансов больше все-таки. Да. Давай. Неужели инструкции нет здесь? Ну, как видишь, нет. Ну, что ты хотел? Я сейчас креплю. Смотри, я догадалась. Скорее всего, это вот так надо делать. Через 10 минут у нас вот такие высокие получились. Нет, вот такая вот, не знаю, вот такой паровоз, бронепоезд. Вот куда весь конструктор ушел. Да, вот он. Так, и вот такой у нас домик получается. Подожди, вот еще. А это машина вертолета. Да, летает. Вертолет. О, как летает. Ничего себе. Так, окошко у меня там, видите? Я не еду. Вертолет. Так, вот из этого конструктора у нас получился домик. С окошками. Ой, чуть-чуть развалился. Ну да. Ай-яй-яй. Получился вот такой вот домик. Вот окошки ставятся. Так, небольшой такой замок построил. Здесь машинка.
Ну, можно разные виды как лепить машинки. Маленькая машиночка, которая заезжает сюда, в крепость. И вот такая машинка. Можно в виде вертолета сделать, что-то еще. Ну, достаточно много деталей. Можно из них все делать. Вот эти елочки можно ставить сюда. Вот. Такого домика. Типа садика. Здесь очень много деталей. Большое поле для фантазии, чтобы сделать много различных каких-то зданий, фигурок, не знаю, все что угодно. Можно их комбинировать, цвета, то есть вот достаточно интересно. На этом выпуск заканчивается. Всем пока-пока.